На днях в городском музее состоялась презентация книги «Атомная энергетика. Город Обнинск и собеседники мои». Жизнь ее автора Дины Габрианович многие годы была связана с физико-энергетическим институтом. На презентации побывала и наш корреспондент Евгения Борода. Завершив свою карьеру в физико-энергетическом институте и уйдя на заслуженный отдых, Дина Габрианович начала заниматься журналистикой. Поскольку я знала, что такое ФИ, что такое физика, я физик по специальности, и я очень хорошо знала, чем занимается наш институт и что такое первый АЭС. Это начало мирной атомной энергетики. Она написала серию статей, посвященных ученым города. В встречах с моими собеседниками, как вот там написано, я уже себя свободно чувствовала. Почему? Потому что мне не нужно было объяснять, что такое ФИ, что такое. И поэтому, наверное, так я предполагаю, так получилось, что к моим статьям было внимание. А в минувший четверг презентовала книгу, изданную в 500 экземплярах, которая рассказывает о людях, внесших свой вклад в развитие атомной энергетики. И тогда, когда вот город попадает в книгу, это очень важно для тех, кто придет после, для нас с вами, потому что Дине Васильевне удалось запечатлеть город таким, каким он был реально. Как рассказала Дина Васильевна, большую помощь в работе над книгой ей оказали близкие люди. Прежде всего, это ее муж Борис Николаевич Габрианович, доктор технических наук, многие годы занимавший ведущие должности ФИИ. Он не только поддерживал супругу во время написания книги, но и давал ей советы, редактировал текст. Первый мой критик и первый мой – это мой муж, потому что он прекрасно, ну, тоже вложил свой труд не только в науку, но и в создании города. Вот. Поэтому первый мой критик и первый мой консультант, он тоже. В книгу вошли истории жизни самого автора, ее мужа и коллег по физико-энергетическому институту. 500 вот этих книг. Вот посчитайте, как я подвожу итоги своей жизни, можно так сказать. Евгения Борода, Алексей Резвых, Обнинск ТВ.